Всем привет, мои дорогие, и я рада видеть вас на своем канале. И вы знаете, хотела бы записать просто небольшой видеоролик не для того, чтобы как-то обсуждать то, что произошло, эту трагедию, которая произошла с Леокадией в Тайгане, не для того, чтобы искать виноватых, а просто выразить свое соболезнование всем, кто был близок к Леокадии, все, кто ее знал лично, все, кто знал, какой она добрый и душевный человек. И это страшно, конечно же, погибнуть от тех, кого безумно любила, кого спасала, кого выкармливала. И вы знаете, я, когда узнала об этой новости, мне тоже, конечно же, было не по себе. И это, конечно же, не передать словами. Просто Тайган – это один из моих любимых каналов, который я смотрю. Канал, который для моей души, для моего сердца. Многие знают, что я очень люблю животных. И неважно, какие это животные. Поэтому я не смогла просто пройти мимо, не выразив своего соболезнования. Спи спокойно, Леокадия, и вечная тебе память.